Лідер енергоефективності Україні ГЕТА про Могилівське акціонерне товариство «Зеніт». Предприємство випускає унікальну продукцію енергоефективної світодіодної лямпи. За перше півгоддя завод продав більш 40 тисяч одинок товару на суму більш за 1 300 000 рублів новими грошима. Летость продукцию означил автомобильный гигант БелАЗ, отмовился от послуг замежных брендов и зараз светить могилевскими фарами. Как означают на предприемстве, как быть конкурентоздольным на рынке, продукция повинна стать не только финансово привабна для покупников, але и отповедать международным стандартам якости. Для этого існує шерох стресс-тестов. Проверка на вибростендах, проверка погружением в воду, значит, термопрогоны всевозможные, а также наработка на отказ. Потребования до якости у покупников шмат. И для предприемства важно не працевать на склад. Идут поставки на Минский трактор, на Могилевские лифтовые заводы. Чакать на предприемстве заказов от Могилевых химволокнон. Все лето за первое полугодие могилевчане продали у 1,5 раза больше продукции, чем за весь 2015-й. Сейчас мы делаем ставку на производство ламп для замены люминесцентных ламп. Эти лампы позволяют снижать энергопотребление примерно в 6 раз. И самое главное, они полностью экологически безопасны и создают очень качественный свет. Тесты показали, по так званому коэффициенту пульсации могилевские светодиодные лампы у 30 разов лепш за санитарные нормы, какие действуют у Беларуси. Могилевские коммунальники одними из первых звернули увагу на это. Больше 3 000 таких ламп уже зяя на улицах областного центра. Затекавились белорусским брендом и у соседних краинах. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин регион.